Господи. Да, Господи. Боже, милости будем мне грешны. Создал меня, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости и помилуй. Царю небесный, утешитель души истины, и живи здесь, я исполняя из сокровища благих, и жить неподателю, приди селися мной, и очисти на всякие скверны, и спаси блаши души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имя Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Господи, помилуй нас, молитвенно духовного отца нашего, игумена Кирилла, его благослови, дару здравия духовного и телесного, телесное, молитвами митрополита Иосифа Симбирского, Меликевского, епископа Евтихишинского, Симбирского, молитвами Сергея Иванникова, Алтайского, Барнаульского, молитвами протоиерея Акима Лапкина, Игнатия Тихоновича Лапкина, молитвами братьев и сестер Крестовоздвиженской и Свято-Анфимской общин, молитвами Никольской общины братьев и сестер, помилуй нас, Господи, благослови и даруем здравие, тоже духовное, телесное, помощь, благовестие, помяни, Господи, и наших иереев, протоиерея Григория Палящего, да, иеромонаха Всеволода Иерея, Павла Иерея, Андрея протоиерея Павла, иеромонаха Прохора, иеромонаха Серафима, митрофорного протоиерея Николая и болящего, Господи, помяни, болящего Геннадия, отца моего, болящую Любовь, болящую Елизавету, еще болящую Нину, Господи, даруем здравие, Нину Александровну Жолнеру помяни, помоги Татьяне Кузьминичне, Господи, помилуй. И благослови нас на сегодняшний день. Сегодня у нас первый день Нового года. Да, Господи, помоги нам начать его во славу Твою, Господи, чтобы нам возвещать Слово Божие, жить, как бы и не грешить, да, стараться. Да, если мы согрешили, то каяться, да? Господи, помилуй нас, благослови пищу сию. И сегодня что у нас? У нас сегодня среда, постный день, пища без масла. Да, Татьяна, сейчас у нас что? Здесь у нас гороховое пюре. Но я когда готовлю, добавляю еще репчатый лук. То есть все без масла, на воде. Здесь у нас обычно простой борщ. Ну, там что у нас? Там картофель, капуста, бобы, лук репчатый, морковь. Так, все на воде. И зеленый лук, это мы добавим потом уже на столе, да, к нему. Каша рисовая, вареная с тыквой. Соль, сахар по вкусу. Значит, здесь икра кабачковая, здесь у нас хлебцы, ну, сухарей у нас нету, да, у нас обычный хлеб из магазина, хлебцы, простые сушки без маргарина, ну, и как бы фрукт у нас там, ну, обычные фрукты, там хурма, мандарины, виноград, киви, груша, да, здесь у нас пастила, киви, чернослив, немножко не такие с кислинкой, вот, здесь у нас орехи, в кунжуте и халва. Как бы все постное. Господи, благослови пищу сию. И помяни, сейчас мы помянем, да, усопших заодно, когда будем вкушать, упокой, Господи, Матерь мою, Лию, даруй, значит, ей оставление грехов и Царствие Небесное, Сергея Парализованного Козлова,
Анастасии Дробот и всех наших сродников, и всех, кто просил нас помолиться с Хейгу Мираним, с Насарского монастыря, Архимандрида Рианим, Аллаторского монастыря, Архимандрида Иоанна, Крестьянкинки Пещерской обители, Господи помяни, и просим всякое свершение воли, неволи даруем Царство Небесное. Аминь. Слава Тебе, Господи, слава Тебе.